Представители знака Зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 10 по 16 июня. Давайте узнаем, что для вас подскажут карты. Будем реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас или о ваших чувствах, переживаниях, перипетиях вашей жизни. Но я надеюсь, что если мы как раз эмоции оставим, ну, где-то позади, беспристрастно увидим ситуацию, то и больше подсказок будет. Часто нам именно эмоции мешают правильно принять решение. Ну или мы с вами проведем приятное время. Итак, что важно знать в нашем традиционном прогнозе на неделю? Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время или что вам может помешать, а что вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь, мои дорогие весы. Ух ты. Карта Солнца. Солнце это замечательно. Поэтому вообще это карта выбора правильного направления. Может быть, на эту неделю. Приходят важные новости, или вы с чем-то определяетесь, или какие-то возможности. Может быть, обстановка так складывается, что кое железо пока горячо, на полгода. Как минимум, это направление как задел на далекое будущее, добрые вести, карта радости, карта счастья, карта удачи, безусловно, когда звезды складываются в направлении, которое вы хотите. Его величество, случай, да все что угодно со знаком плюс и по карте солнца. Конечно, карта тоже может говорить о том, что мы хотим что-то сделать именно так, как мы хотим. И поэтому быть так аккуратно с собственным эго, я бы сказала, определенно стоит. Неожиданности. Второй старший аркан. Перемены. Это вы можете куда-то поехать или к вам может приехать человек. И может быть и другая ситуация, когда быстро нужно принимать решение. Обстановка вокруг вас или какой-то вопрос вы можете именно теперь решить. Или какие-то новости приходят, и вам действительно нужно с ними правильно провзаимодействовать. О чем нам говорит карта? Сама по себе карта перемен. Но это те перемены, которые ведут, правда, к успеху или к правильному направлению в жизни. Вы чем-то можете определяться, и есть такой момент. Мы чего-то не можем отложить на потом. И если мы прежде раскачивались, раздумывали, или оставляли себе время для маневра, здесь, вот, на этой неделе не будет, иначе мы можем что-то упустить. Когда выпадает колесница, нам говорят: Если ты думаешь, что я там день, другой, по времени, а ты упустишь время, и то, что у тебя будет в какой-то период времени или буквально в какой-то момент, Потом его не будет. Поэтому будьте внимательны э, к событиям своей жизни. Хотя у кого-то может проиграться, ну, где-то банально смена автомобиля. Но я бы это не сказала. У вас два серьезных старших аркана. Здесь меняется ваша жизнь. Чему сейчас не время. Ну, вот смотрите, полярные карты. Как бы нам говорит карта колесница переезд. Но пока вот, видимо, не на этой неделе буквально. Взяли мы свои чемоданы и поехали. Мы можем или нужно завершить какие-то дела, выстроить для себя какую-то последующую траекторию. И перед самой отправкой мы как останавливаемся, вот человек нам на карте показан. Он уже повернулся спиной к прошлому. Он смотрит в горизонт. Но еще не зашел корабль в гавань. То есть, может быть, документы какие-то не готовы. Или ну, вот для старта еще это 5 минут до старта. Но не прямо сам старт, низкий какой-то. А не должно быть ничего, чтобы вас тянуло назад. Так вот, это то, или как та заминка, или та проверка, все ли я взял с собой перед тем, как сделать квантовый прыжок вперед в будущее. Практически так. И карта-то нам тоже говорит, что твой период какой-то эпоха, как этап жизненный, он заканчивается. И ты уже стоишь в моменте вот этом пороговом. Будет начинаться что-то совершенно другое. И, может быть, на этой неделе вам придется действительно с чем-то определяться. Но еще пока вы не едете, так вот могу сказать. Что вам помогает, когда вы делаете однозначный выбор? По двойке мечей, это вот когда мы шли, куда-то шли, и пришли и нам теперь либо направо либо налево а вот в той же траектории не получится с другой стороны с учетом этих карт вы с чем то определяетесь но вы еще что то не видите поэтому может быть нам карта тоже тройка жезлов говорит ты тут не торопись события да для себя ты будешь делать как бы должен какой то выбор однозначный не упустить время может быть важные какие то согласования разговоры обсуждения какие то документальные моменты, когда вы должны на подачу документы, да, допустим, для получения у кого-то визы, вы должны это сделать заранее, не потом. Вы потом какое-то время еще ждете. Я к примеру говорю. Или какие-то подписания как соглашений. Тоже вроде бы подписали предварительно, а потом еще идет какой-то ну, для окончательного контракта период проверки или каких-то обсуждений. Вот здесь у каждого может быть по-своему. И за этот период ты еще какие-то нюансы узнаешь. И тебе важно вот до мелочей все знать. Поэтому где-то не торопись. Но выбор или выбор какой-то придется делать. Что скрыто? Смена статуса, мои дорогие. У кого-то буквально через личную жизнь, это у нас карта императрица, это ваш успех это наполненность жизнью. Это символ нового «я», это основное значение этой карты. Безусловно, мои дорогие девочки, для кого-то я жду ребенка. Это может так проиграться. Мои дорогие мужчины, это важная женщина в вашей жизни. Такое тоже может быть. Для кого-то из вас это, в принципе, вот как энергетику, если мы рассматриваем, императрица – великий дипломат. Поэтому, может быть, придется договариваться, ходить по инстанциям. Или быть великим дипломатом в своей семье так тоже бывает. А по аркану императрицы это какой-то может быть прорыв в вашем творчестве. Но тот, который вы еще пока не видите, скрыто. Это как рывок вперед. Это путь к популярности, к путь к вашему признанию, признание вашей экспертности, э допустим, профессиональной деятельности. Или, повторюсь, какие-то финансово-домашние, может быть, вопросы. Когда вы обустраиваете дома, делаете жилье более комфортным, что-то реструктурируете или согласовываете какие-то документы. Ну вот чего бы ни касалось, ведь эта карта в целом благополучия. Вот какое-то ваше благополучие на последующий период времени, оно пока скрыто. Вы какую-то ситуацию можете видеть на этой неделе однобоко. А, или завершить нужно что-то, чтобы потом вашему статусу, вашему доброму имени ничего не мешало. Продумайте этот тонкий нюанс. Дела, работы, бизнес. Тут надо сделать что-то рационально по закону. У кого-то буквально вообще это ваша карта. Все-таки король мечей. Мечей – это воздух. У кого-то согласовать документы, отправиться, может быть, по высоким инстанциям для того, чтобы подписать что-то. А у кого-то, может быть, отправиться буквально врачи, обследование пройти, стоматологию закончить, может быть, перед тем, как вы куда-то пособираетесь ехать. Вот такое тоже может быть. Или по этой карте нужно согласовать с юристами, как работает в отношении меня закон. Самые разные направления, или, как я говорила, с учетом карты Императрица, вы можете дома что-то реструктурировать. Люди, работающие с металлом, вы можете пригласить специалиста. Это тоже своего рода дело. Вот много направлений по этой карте объединяет то, что рационализм и конкретика. Поэтому все вопросы, как и с законом, должны согласовываться, так и подходить к любому делу рационально. Финансы. Тяжеловато с финансами десятка жезлов, потому что... Какие-то на вас, э, ну, не то обязательства, для кого-то кредиты хочется закрыть, не то усталость, когда вроде бы такие шикарные карты, но вот есть, когда перегрузка, вы много взяли на себя буквально, и вам тяжело это уже тащить, может быть, буквально тащить, потому что человек не видит белого света, он смотрит в землю, в землю нельзя смотреть. Он уже не видит, что вокруг него, какая-то природа, животное. Он нам показано по карте, несет эти жезлы и сам себе говорит, я должен. Так вот никому ничего не должен. Тут как-то надо этот груз сбросить или отказаться от части каких-то обязательств. Или, может быть, проанализируйте, мои дорогие весы. У вас карта солнца. Вы свое солнце не должны растиражировать не в правильном направлении. И что я имею в виду солнце? Это ваша энергия, это ваши силы. У кого-то буквально финансы, вы кого-то поддерживаете, вкладываетесь. Здесь нужно сконцентрироваться на моменте то, что для вас сейчас важно. Или на том деле, которое должно быть продолжено. Может быть, это одна какая-то тема, сфера вашей жизни. Она каким-то образом увязана с финансами. Но, может быть, из-за финансов вам это не дает оформить какой-то документ или вам придется эти вопросы какие-то закрывать, потому что нужно уехать, а что-то не решено. Но вот подумайте, не могу сказать, деньги есть, нам об этом говорят, деньги, да, есть, но как-то тяжеловато со скрипом. Личная жизнь какое-то важное решение, тут действительно однозначно попажу мечей. Мы искренне сами с собой. По пожоме, чем мы признаем какие-то свои прежние ошибки, мы видим рационально. Вот в личной жизни вы здесь более чем логики и то, что есть по факту. Может быть, с учетом аркана Солнца, когда какая-то информация, обстановка у вас складывается наиболее удачно, и вы правильно оцениваете момент по личной жизни, чего-то не упустить. Для кого-то из вас вопросы, связанные с детьми, мои дорогие. Когда выпадает Паш Мечей, мы уже настроены на что-то, и нам тут молодой человек нарисован, очень так решительный, да, он, эх, я сейчас тут со всеми разберусь, и два голубя на острие меча. Мир, благополучие, не рискуй, не благополучием, ни миром в своей душе, ни покоем в твоей семье, ни в покоем где-то в твоем сознании, чтобы не было эмоций, они осложняют только жизнь. Мы об этом с вами уже говорили. И ваша карта, что-то вы будете тут по части, может быть, семьи и дома, продолжение отношений, у кого-то завершение, может как раз пройти отношений окончательно с чем-то определяться, потому что вас к этому выбору подталкивает пространство, время, вселенная. Но еще может быть, вам осталось пройти какие-то последующие шаги, прежде чем окончательно что-то вы проясните, или для вас Вселенная откроет вот как зеленый свет. Но пока вот сама поездка, сами перемены, они у вас уже на пороге. Но сказать, что вы резко что-то ломаете на этой неделе, или куда-то, ну, вы так спешно отправляетесь, все-таки прежде чем вы что-то завершите или проясните, лучше не делать поспешных выводов, потому что на кону ваше благополучие, ваше счастье, ваше солнце, ваш статус. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.